Я ненавижу эту игру, но я хочу в нее поиграть, ребятки. Да, это крутая игрушка. Ну что ж, давайте продолжим. Слушать внимательно. Все, я понял. Хорошо. Two. One. Eight. Three. Six. Eight. Seven. Seven. Eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Вот так. А что неправильно? Давайте сверху. Начнем. Two. Seven. Six. Five. One. 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 Six. One, two, three, four, five, six. Да, отлично. Блин, а почему сверху? Окей. Мы это сделали! Ха-ха! Четность. Подожди, четность. Рычаги надо нажимать. Четность, то, что считается, да, это 6, 2, потом 5, 9 пропускаем, 4, 6. Четность. Ну, все правильно. А в чем подвох? Так, хорошо, давайте попробуем наоборот. Это вверх, поднимаем, это вниз, вниз, и это вверх. Да, отлично. Подожди. Мне же надо еще допрыгнуть. Как я это сделаю? Ууу, блин! Сначала надо было перейти, ну елки-палки. Хорошо. Можно просто бежать. Так, четность оставляем, нечетность опускаем, опускаем. И все. Это легко. Про... чего? А, стрелять надо! Прикольно. Слишком рано. Ладно. А, рано! Да что ты будешь делать? Слишком рано или либо слишком поздно? Надо на часы смотреть. Блин, ну они по-разному тикают. Два, три, четыре, пять. На шестом. Раз, два, три, четыре. Да как это выиграть? А тут вообще сразу, вы видели? Я это сделал! Ха-ха-ха! Блин, ну чувак мощный был. Чё такое вообще? Где подсказки? Так, хорошо, давайте подумаем. Тут тире есть и точки, да? Тире и точки. Давайте попробуем точки посчитать. 3, 2, 4. Хорошо, давайте тире попробуем. Тире 2. 2, 3. И 1. Хорошо, тире это будет минус, точки плюс. Допустим, 3 минус 2 это будет 1. А тут как тогда получается минус 1? Как-то сложно это все. Ребят, короче, я тут загуглил цифры Морзе. Оказывается, сейчас будем смотреть. 2-3 точки это у нас... Так, 2-3 точки это 7. Это 7. 3-1 точка. Это будет 8, соответственно. А 3 точки... То есть от 1 до 5 начинается с точки. Запомните, ребятки, от 1 до 5 начинается с точки. От 6 до 0 начинается тире. То есть тут 4 точки и тире. Это будет 4 точки и тире. Это, подожди, это будет 1. А, нет. А, нет. 4 точки и тире. Это будет 4. Да, отлично. Вот, ребятки, это познавательно на самом деле игра. Теперь мы знаем немножечко азбуку Морзе. Запомни. Ну, я запомнил, да, у меня фотографическая память. Очень хорошая. Ладно. Не, я запомнил, просто я... Если бы они даже стояли правильно, я бы, скорее всего, не попал бы. Ах ты, блин. Так, ну все, я запомнил. Так. Так. И нафиг, просто перепрыгиваем. Алфавит. 08, 01, 20, 05. Это что, это как понимать? А,
A, B, C, D, 8, 9. Короче, Настя, что мы сделаем? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, раз. А, я не так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать. И тут пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ха-ха! Да это легче простого, просто нужно отсчитать. Набери 80 очков. Как я это? Ла-ла-ла. Как я это сделаю? А, нажми Е, чтобы танцевать. А! Блин! А, все, все, я понял. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Когда она к черточке подходит, нужно нажимать. Турун-тун-тун-турун-тан-тан-тан. Прикольно, а? Пам-пам-пам-пам. А че так мало очков? Я вообще справлюсь или нет? Это 80 раз надо так нажать. Офигеть. О-о-о. Давайте поритмичнее. Тун-тун-тун-тун, прикольно. Музыку можно послушать. Прикольная музыка. Мне она уже начинает нравиться. Почему эта игра называется «Я ненавижу эту игру»? Она очень крутая, ребятки. Мне она очень сильно зашла. Очень сильно понравилась. Это будет вечно, да, длиться? Здесь музыка не кончится. Я бы не хотел, чтобы она кончалась. Потому что если она закончится, мне просто не хватит очков. А я не хочу, чтобы мне не хватило очков. Парам-пам-пам-пам-пам. Я ее скоро запомню. Она у меня в голове уже засела. Эта песня уже в моей голове. Она теперь никогда не выйдет оттуда. Просто никогда. Она теперь там навечно. Немножечко осталось. Да, довольно-таки долгий уровень. Это уровень на реакцию. Слушай, эта игрушка действительно развивает IQ, мне кажется. Причем так неплохо. Парам-парам-пам-пам. Видите, не обязательно хорошая графика. Игры бывают с плохой графикой. Ну, с простой. Я бы не сказал, что с плохой. С простой графикой намного круче. А, все, песня закончилась. Та! Та! Мы это сделали. Самое главное, не упасть сейчас. Открывается сегодня в 17:00. В смысле? В смысле? Откроется сегодня в 17... Как? Короче, надо часы у себя перевести на компьютере, и все будет. Так, вам видно, да? Так, время, значит, 17. Придется время перестраивать. 17:00. Так, изменяем время. Отлично, 17:00, и резко в игру заходим. Ха-ха! Двери открылись, прикольно. Только мне потом опять придется часы менять. Что они делают? Мне кажется, эта игра пытается взломать мой компьютер и узнать все мои данные. Так, нажали на кнопку. Что такое? 1, 2. А, я должен нажимать? Это 1, там 2, наверное. Ну-ка. Боже мой. Смотри, 1. 2. Потом один, потом еще раз один. Еще раз один. И два. Ха-ха, я был прав. Я был чертовски прав. А только в прыжке. А, я могу двигаться только в прыжке, все понятно. Как это делается? Как это работает? Без прыжка я просто не могу двигаться. Понятно. Самое главное прыгать, и все будет нормально. Прыжок? Да блин. А как тут-то? Окей. А, назад. Вперед. Блин, сюда. Сюда. То есть он так, видите, не ходит у меня. Только в прыжке двигается. Сюда. Давай вот сюда и сюда резко. Ха-ха-ха-ха-ха. Что такое? Какой-то сайт, 61 уровень. Я вообще не понимаю, что мне надо сделать. Давайте назад выйдем, может быть, там подсказка будет? Там нет подсказки.
Так, ну что, короче, нужно это на сайте написать. Вот этот thebestgamerhater@gmail.com, и тебе придет ответ. В общем, пишем, ответ приходит, и ответ пришел, что там, 06210311. Блин! Меня могут, оказывается, убить. Ладно, давайте поближе подойдем. Я так понимаю, то же самое, да, 06210311. Отлично. Уровень 62. Что такое? Давайте блин, ой-ой-ой. Сразу пробежим. Я не понимаю, подожди. Что это такое? А! Это надо все разбить, там возможно будет... Да, там будет пароль. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, вот он, 8 прорисовывается. Нифига себе, как зашифровали. Довольно-таки прикольно зашифровали. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это что у нас? Это у нас 1. 8, 1. Тут какое-то еще число. 8, 1, 9. И последнее. Мы до конца не будем все, конечно, это делать. 7. Ну, тут сразу видно, что 7, да? Жмем пароль 8, 1, 9. 9 и 7. Та-дам! Ух ты ж, нифига себе уровень. Это какой-то лабиринт. Офигеть. Ну, по-любому надо через верх идти. Я прям... Нет. Оказывается, намного проще. Идем просто прямо. Прямо. А тут я уже не пройду. Тут по-любому надо будет обходить там в обход. Это уже прям как полноценная такая игра, как типа Марио. Так. Давай. Куда дальше? Тихо-ша. Дальше вперед. Только вперед. Тут я не смогу пройти. Через верх надо. Тут я тоже не перепрыгну. Черт подери. Черт возьми. Как же сложно. Короче, отсюда надо запрыгнуть. Да что ты делаешь? Отлично. Я тут тоже не запрыгну. Короче, надо... Надо еще дальше идти. Тут надо было в обход идти. Да, вот так. Наверное, через верх. Я так понимаю, нам еще выше надо. Еще выше. Боже мой, куда мы поднимаемся? Мы просто в самый верх поднимаемся. А если я ошибусь дырочкой? Ошибусь дырочкой. Я... Нет, ребят. Я не пошлый. Хотя... Ну, с вами точно не пошлый. Ошибусь дырочкой. Боже мой. Как ласково ты назвал ее. Дырочка. Так, ладно, идем дальше. Так. Вот. Надеюсь, я правильно падаю. Не дай... What the fuck? Что? Я могу подняться? Блин, спасибо, что хотя бы можно подняться. Это не тупик. Я надеюсь, это что не тупик. Значит, не так. Мы немножечко ошиблись. Немножечко. Вот сюда нам надо было идти. Вот сюда, сюда, сюда. И теперь вот сейчас... Нет. О, боже мой, мне кажется, везде уже ошибся. Вот, наверное. Я надеюсь, что это будет правильно. Пожалуйста. Да, вот она, дверь. Надеюсь, сейчас ничего не закроется. Ха-ха-ха. А чего такое? Следуй. Как? Как? За направлением? Я не понял. Как тут сделать-то? Откуда я начинаю? Допустим, я начинаю отсюда, да? А, я выбираю, куда именно. Вниз. Следую за направлением. Вниз. Ну, первое нажимается. Так, вниз. А как дальше? Так, допустим, вниз. А, надо два раза нажать. Раз. Раз, два. А через два раза один раз. А потом сюда. А, так, раз, два, три. Один. Раз, два. Один. Раз, два. Раз, два, три. Нифига себе лабиринт, ребята. Так, один раз. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. А, раз.
Раз, два, раз, два, один, 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 раз, два, три. Ты шутишь, что ли? Так, раз, два, раз, раз, два, три. Поторопился. Один раз, раз, два, один раз, раз, два, раз, два, три, один. Один, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, раз, два, раз, два, раз, 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 два, три, раз, раз, два. Ха-ха-ха! Слушай, прикольный такой ребус, прикольный. А крыша потекла. What the fuck? И что это значит, что крыша потекла? А, мне кажется, она может... Надо прыгать! Отлично! Крыша потекла и потолок непрочный. Ой-ой-ой! Тихо, стоим. Ха. Так, я еще могу умереть. Прошли. Смайлики. Я должен выбрать смайлики, я так понимаю. Давайте сначала перепрыгнем, ну его нафиг. У нас уже было такое, что мы заранее прыгнули и проиграли. Ищем смайлики. Смайлик, смайлик, смайлик. Нет, это не смайлик, что ли? Ну вот смайлик. Какие я должен смайлики указать? Подожди, дверь. Ну вот смайлик. Смайлик. Ну вот они, смайлики. Мне на них прыгнуть надо или что? Что-то я не понимаю. Так, короче, давайте сбросим, попробуем еще раз. А, что это такое? Что это такое? Это точно не надо, это крестик. О, вот, замок. Открыть. Открыть, открыть. Что надо открыть? А нам надо открыть дверь. Хо-хо-хо. Ха-ха-ха, отлично. А, решено только для... Разрешено только для красных. Вы издеваетесь? То есть надо выйти. А, выходим. Жмем настройки. То есть я должен... Подожди, я должен быть красным, да? Все, я красный. А, играем. Какой у нас там был уровень? 67-й. Все, только красный может пройти. А, что мы делаем? Опять выходим, давайте. И сделаем нормально, как нам привычно. Вот так-то будет лучше. Отлично. Сколько там еще уровней? Я думаю, хватит. 68. Измени свою цветовую палитру на черно-белую. Если не можешь сканировать. А, код сканировать. Ну, давайте попробуем. Для этого у вас должно быть скачано приложение на телефоне. Ну, какой-нибудь скан вот этих кодов. Блин, боже мой. Так, специально скачиваю приложение для этого. Открываю. Навожу и сейчас попробуем сфотографировать. Ножа. Да, разрешить. Попробуем сканировать. Все, ребят, я сканировал, и мне выдало число 3, 1, 4. Главное не упасть, сейчас вдруг скан кодов будет другой. Так, 3, 1, 4, 1, 5. Надо было сначала перепрыгнуть. 9. Какая же сложная игра. Ребят, я же вам сказал, надо было перепрыгнуть. Что мне теперь делать? Заново. Так, подожди, а скан кодов, наверное, не будут делать по 100 раз, да? Давайте попробуем опять. 3. Да, он только один, кажется. 3. 1, 4. И у кого нету мобильных приложений, те не смогут пройти это. Придется просить у друзей. Да. Оказывается, он один и тот же. Слои используй в... С. Я не понял.
А, я должен... Ах, ты ж, блин. Я могу только прыгать на эти. На... который штрихом подчеркнутый. Прыгаем и жмем... Вот так вот. Прыгаем, прыгаем. А, блин! Ах, ты ж... Я забыл обвести. Ё-моё! Бесит меня это. Штрихом забыл ввести. Прыгаем, жмем сюда. Так, прыгаем, жмем. Еще раз. Что ты будешь делать? Бесит, просто бесит. Прыгаем. Так. Да как это делается? Прыгаем. Значит, прыгаем раз. Как же меня это бесит? Как я это сделаю-то? Я думал, будет проще. Черт возьми, по крайней мере, я разобрался уже. Ну, тут нормально все у нас. Тут нормально. Ёбаная хрень. Раз, два, три. Чтоб тебе, блин. Чтоб тебе не сладко жилось. Я про этого Стикмана говорю. Он издевается надо мной. Как тут пройти-то? Чем быстрее торопишься, тем хуже. Я не понимаю, как в конце делать. Так, я, кажется, понял. Так, вверх. Надо потом вниз нажать было. Так, сейчас вверх нажимаем. Прыгаем. Вот сейчас вниз. Черт возьми, это 100% вниз. Не торопись, пожалуйста, не торопись. Так, вот сейчас прыгаем и вниз. Ну-ка, я понял. Раз, два. Может, два раза вниз надо нажать? Как же ты меня бесишь, чувак. Ты меня очень сильно бесишь. Что делать там? Зато прыгать хотя бы научусь. Для меня что-то этот самый сложный уровень. Ах ты ж. Как это сделать? Вот тут нажимаю вниз. Может, два раза вниз. Давайте пробуем два раза вниз. Как же ты меня достал? По-любому, два раза вниз надо нажать. Все, теперь я понял. Эта игра меня бесит, да? Как она называется? Я ненавижу эту игру. Раз, два. Да, все, два раза было нажать. Не ешь. Ну, конечно же, мы съедим. Охренеть. Что нам делать? Можно еще что-нибудь съесть? А если мы не будем есть? Так. А как я его пройду? О! Я смотрите, где появился. А дверь... Я же говорил, не ешь. Так, понятно. О, боже мой! Левая кнопка мыши. Ну, я типа нажал левую кнопку мыши. А, я... Только я прыгать не могу. А, все, я должен сюда добраться. Отлично. То есть ты жмешь, а потом подходишь сюда, запрыгиваешь сюда, прыгаешь, нажимаешь и проходишь уровень. Ну как так, ребятки, давайте в следующей серии мы доиграем. С вами был Дарин, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до скорого, пока-пока.